Бузова ответила на нападки Нателлы Крапивиной. Недавно экс-продюсер «Лободы» записала видео, где прошлась по Ольге, обвинив ее в алкоголизме. Ну, моя любовь вечно пьяная Ольга Бузова. Ну, это же милаха. Просто человек развлекается. Она коньячку, стопарик дала и погнали, да. Ответ Бузовой не заставил себя ждать. Фокус он направлен не на Наталью Крапивину. Если нужен мой какой-то комментарий, вообще я люблю людям говорить и смотреть в глаза. Если вы заметили, на протяжении моей 20-летней карьеры, кстати, в этом году будет 20 лет на телевидении, а все за глаза говорят. Я вам в глаза говорю и рассказываю все про себя. В связи с Крапивиной Бузова вспомнила и давнюю историю с Губерниевым и коньяком. Губерниев уже вопрос, мне кажется, в 21-м году озвучил, решил, и все прекрасно знают, что я такие крепкие напитки не употребляю, ибо мне просто невкусно, мне не нравится. А если говорят, значит говорят.